Всем привет! Это развлекательно-познавательная рубрика «Гуляев по Перми». Меня зовут Евгений Гуляев. Сегодня мы вновь на Эспланаде. Ну что ж, поехали! Как в химии обозначается углерод? Не вспомню. Не помню, у меня с химией плохо было. Так, С. 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 Так, водород. H. Вода. H2O. Спирт. Сейчас. OH2, CH, OH2. Углерод, С. Водород. Водород, H. Вода. Вода, H2O. Спирт. Спирт, C2H5H. Ну, по химии 5, это точно. В каком году отменили крепостное право? В 1791. Так, а кто отменил? Кто-то отменил. Ну как, наш прославленный ты царь. Владимир. Так, а как его звали Владимир в народе? Красное? Красное солнышко. Отлично. 1840, а вот дальше, а может быть 21-й. Честно, не знаю. 1861. 1861. 1861. Кто? Александр II. Расшифруйте слово «Кузбасс». Кузбасс? Нет, это не знаю, правда. Предположить название? Может, гора тогда? Может, остров какой-то? Так. Остров? А где? На Кубе. На Кубе. Ну, где-то рядышком, да? Да. Потому что слово, да, похоже с кубинским, да, наречием что-то? Так, это бассейн? Это же бассейн. А вот как конкретно? Кавказские, угольные какой-нибудь там, заводские. Ну что-то из этой области. Да. А, Кузбасс? Бас? Бассейн, Кузбасский угольный бассейн. Но... Зачем человеку нужны губы? Губы? А, это чтобы при рождении можно было молоко пить. Для защиты ротовой полости от попадания там, на каких-то микробов. Мух. Да, или инородных тех. Зубы прятать. Для еды. Да. Так, чтобы курить кальян. Артикулировать высказывание. Говорить. Да. Целоваться. Ну, целоваться, да. Так больше не знаю. Улыбаться. Улыбаться, все правильно. На этом рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город, увидимся на улицах Перми.